друзья, понедельник, выезжаем на сенокос, цепляем ПТС-ку, где все лежит оборудование. Вот, деда Петя уже уехал на нашем тракторе. Вот так вот. Осталось нам ехать так. Елена Степановна сейчас цепляет мне прицеп. И она сама поедет на Т-25. Все, приехал на покос. Дима стоит, ждет. Лена Степановна. Дед там ездит. Интересно, что он там скажет. Интересно, интересно. Так, трава. Ну что, трава? Ничего. Косили это, метать можно? Нет. Ты там собрал? А кто не собрал, только это? Снялся на 7-й ехать. Сейчас помаленьку на 7-й ехать. Там вот два раза есть. Кто еще нет, снаравливается. А ты ехал там, косили? Ага. Они утром по 8-му ехали. Понятно. Ну ладно, собирай. Вот так. Ну что? Толкай, нет. Давай, толкай, отцепляй, нет, толкать. Ты покажи, куда. Нет. Кучи сталкивать пока. Кучи. 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 Кучи, кучи. Все, отцепляем. Отцепляем. Цепляем. Одеваем. Время 1:30. Кое-как доехали. Не обошлось без поломок. Первый день. Вот так вот. Как дорога? Ну я в носу ковыряю. Так, цепляем. Клапан. Цепляем. Тут манатки у нас лежат. Будут лежать. Вот так вот. Сегодня у нас такой необычный день.
он полосу идет. Где-то. О. Че? Ну вот сейчас до сюда дотолкать, где-то здесь сток сделать. Ну, Лен, конечно, где-нибудь. Там вроде маловато, маловато. Сколько будет? Так, давай, давай.
что? Быстрее закончим, время мое тратить. Давайте закончим. Ну, тут берите камеру. Осталось-то вот. Что она говорит? Время мое тратить. Давайте быстрее закончим. Ну давайте. Что, залазить будешь? Ну. Ну все. Закончили. Все, что было, метать закончили. Поставили 4 копешечки. Раз, два, три, четыре. Ну и там пятая маленькая. Дед уже уехал на тракторе на МТЗ-80. Дима тоже уехал на мотоцикле. Остались мы с Леной Степановной. Сегодня у нас день каких-то поломок случилось. Короче, поехали сюда. Они уехали все. Когда мы с Леной Степановной поехали, она на Т-25, я на этом. Лопнуло звено по цепи. Лопнуло звено. Ковшик упал на землю. Блин, пришлось возвращаться домой. От деревни недалеко отъехал, 1,5 км. Вернулся домой, взял цепи. Полежка взял, короче, поддонкратили, одели ковшик, зацепили. Потому что жопа-то отцеплена сейчас, навеска гидравлики. Приехали сюда, стали этвать. Короче, у деда на МТЗ-80 колесо лопнуло, переднее спустило, сосок. Короче, кончилось. Стал работать сейчас. Масло стало бежать. Короче, привязал бутылку. Где-то пропускает. Привязал бутылку, вот набежало сколько. Сейчас стал, подъехал, что-то с рулевого масла погнало. Что погнало, хрен его знает, короче. Короче, день каких-то поломок. Вот так вот. Ну а так сметали время. Начали мы метать в половине первого. Сейчас время. Так, закончили мы в 4 часа. Сейчас время, наверное, 4:30 уже. Они уехали, мы с Леной Степановной покушали. Сейчас отцепились, зацепились. Поедем домой, сейчас она складывает манатки. Поедем домой. Завтра надо будет колесо мне на 80-ке наладить. И ехать там косить еще. Еще есть место, где косить. Еще тут можно косить, там много где можно косить. Вот так вот. Вот такой у нас. Я сильно много не снимал ничего. Надо было деду камеру дать, он бы снимал. А я что-то затупил, короче. Да все, бегом. Вот, все, бегом, все быстрее. Поэтому...